Накануне в квартире пятиэтажного дома на Терешкова, 20, в Ульяновске, нашли три трупа – младенца и его родителей. Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе малолетнего ребенка, по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительно установлено, что 28 февраля 2023 года около 14 часов в одной из квартир по улице Терешковой города Ульяновска обнаружены тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и 6-месячного ребенка. По информации из интернет-ресурсов, женщину нашли в ванной, мужчину в коридоре, поэтому одной из первых версий была утечка газа. Однако жители дома на Терешкова утверждают, что в день, когда началось следствие, весь дом проверила газовая служба и утечек не нашла. То есть ни утечек газа у вас ничего нет, это какие-то именно проблемы были в квартире? Все прошли, весь дом прошли, не было. В открытых источниках также есть версии насильственной смерти, а входная дверь была якобы в крови. Соседи это также отрицают. Вот кто-то, внучка, что ли, пришла, что там, ну, уже, ну как, следов насилия не было. Вот так милиция, по крайней мере, сказала. Соседи утверждают, что семья была неблагополучной. Часто выпивали, даже порой приезжала полиция. Около года назад старшего ребенка погибших забрали органы опеки. Жил на Терешковой и отец погибшего, но дедушку отправили на лечение в Ульяновскую психиатрическую больницу. По версии соседей, причиной произошедшего могло стать алкогольное отравление. Началось несчастье. Ну, выпивали. Первого ребенка забрали. Они выпивали. Да? Конечно. Они выпивали. Так что ли, все просто. Просто так не бывает. Причины и обстоятельства смерти на данный момент выясняет Следственный комитет под контролем прокуратуры. Надзор за расследованием данного уголовного дела осуществляется прокуратурой Свердловского района города Ульяновска и контролируется прокуратурой области. Настоящие причины смерти семьи станут известны после проведения экспертизы и вскрытия. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.